Итак, всех приветствую на своем канале, канале Натальи Качановой, да, бизнес Фаберлик. Сегодня я хочу вам преподнести такой урок, да, как зарегистрировать новичков в свою структуру, в свою команду, компании Фаберлик. Значит, на сегодняшний день очень много людей, да, переходят все-таки на покупки через интернет. И вот компания Фаберлик, имея огромный, очень широкий ассортимент, может, не то что может, она предлагает, у нее есть вот как раз вот такое вот очень выгодное предложение для покупателей, потребителей. Вот, и, соответственно, мы всегда можем помочь новичкам открыть свой личный кабинет на сайте компании. Значит, как же мы это будем делать? Вы предварительно берете данные у своего новичка, у человека, или друга, подруги, знакомого, родственника, кто хочет у вас зарегистрироваться в компании Фаберлик, покупать для себя со скидкой 20% и получать подарки. Да, вы берете данные, там имя, фамилия, отчество, дата рождения, место проживания и действующий телефон. Вот, получается. Значит, и заходим в свой кабинет. Здесь вот я уже зашла через так, Яндекс. Ага. Так, Фаберлик уже набрала я, да, и входим в свой кабинет. Это мой. Так, здесь вводите, так, здесь свой регистрационный номер вводите, здесь вводите пароль. Пароль ввели, и можно вот глазик приоткрыть, нажать, да, и пароль вы увидите. Можно посмотреть, насколько правильно вы его ввели. И нажимаем «Войти». Так, вот мой кабинет, я нажимаю. Это главная страничка у нас, здесь реклама идет. Как раз вот новиночки здесь. Наборы к 8 марта. Угу. Так, сегодня у нас, между прочим, 13 февраля. Заглянем. Точно 13 февраля. Завтра день влюбленных. Итак, значит, вот вы в своем личном кабинете. Вот здесь вот есть вот регистрация, мой счет, мои заказы, моя структура. Отчеты, личные данные, сообщество, обратная связь, выход. Мы заходим вот сюда, раздел регистрации. Так, вот получается, здесь вы вводите данные у своего новичка. Номер консультанта здесь указан мой. У вас здесь будет указан ваш личный номер консультанта. Ваш регистрационный номер, он здесь будет у вас указан. Да? То есть вы наставник. Дальше. Здесь вы вводите фамилию, например, да? Касанова, Ольга. Викторовна. Так, вот. Имя, фамилия. Так, ввели. Дату рождения выбираем. Допустим, 12.06.1984. Угу. Все. Пол женский. Да, пол женский. Здесь мобильный телефон. Нажимаем, выбираем Россия. Выходит два окошечка. Да, мы выбираем Россия. Здесь плюс 7 у нас автоматом выходит, да. И здесь уже вводим номер телефона. 512, например, да, там. А вот номер телефона ввели. Так, разрешить регистрировать под меня по номеру мобильного телефона. Галочку ставим, получать смс-уведомление, ставим уведомление. Так, вот здесь можно пока убрать, у меня нет у нее имейла ее, да, адрес. Адрес пишем. Москва.
Москва. И вот видите, да, уже идет поисковая. Город Москва. Здесь уже вот можно даже, да, более точнее спросить, где ваш новичок проживает. Потому что все-таки Москва, тут и Пензенский район, да, Парховский, не знаю как точно. Вот. И значит, здесь вот мы выбираем. Ну, я выберу здесь. Выбрать. Все, район города, да. Район города обязательно. Вот мы с вами обязательно прописываем те пункты, где у нас есть вот звездочка, красная звездочка. То есть улицу нам не обязательно, да, прописывать. Вот у нас обязательно район города. Вот мы район города прописываем. Так, улица у нас остается. Дом. Дом напишем. Так, да, корпус, квартира оставляем. И кодовое слово обычно я всегда везде пишу Фаберлик. Нажимаем сохранить. Я сохранять. Так, ладно. Нажимаю, я нажму сейчас сохранить. Вот. И у меня вышла очередная, да? Вчера я проверяю. Опять вышла регистрационная карточка для консультанта, да, я проверяю, правильно я все ли данные внесла. Особенно уделите внимание на номер телефона, потому что сюда пойдет информация, регистрационный номер, пароль и код подтверждения, что это действительно человек, а не робот или еще что-то подобное. Да, вот, мобильный телефон, ввели все. И далее вы уже нажимаете сюда сохранить. Все. После этого ваш консультант попадает к вам, ну он уже у вас в структуре, потому что вот здесь был прописан ваш номер регистрационный. Все. Вот таким образом вы регистрируете новичков в свою структуру. Далее, каким образом еще можно это сделать? Сейчас я вам покажу. Мы заходим в раздел «Моя структура». Мы заходим в раздел «Моя структура». И здесь получается вот состав личной группы, да? Так, вот. И вот здесь вот она ссылка для регистрации нового консультанта. Мы на нее наводим, нажимаем правой кнопкой правой кнопкой мыши. Выходит окошечко. Нажимаем «Копировать адрес ссылки». И уже отправляем непосредственно, допустим, своему новичку, да, которого вы хотите зарегистрировать. Сюда, например, да. Вот. И вставляю. Опять же, здесь, вот получается, я сюда сначала левой кнопочкой мышки, да, потом правой вышла окошечко, нажимаю вставить. Все. Ссылочка у меня вставилась. И я ее отправляю своему консультанту. Вот. Он по ней уже проходит и самостоятельно может зарегистрироваться, ввести свои данные там, и он попадет в вашу структуру. Все. Вот таким образом у нас проводится регистрация в компании Фаберлик в вашу команду. Ничего сложного нет. Все довольно-таки доступно, просто и легко. Поэтому расширяйте свои структуры, регистрируйте своих знакомых, подруг, родственников, да, и зарабатывайте на товарообороте вашей группы. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока-пока!